Меня зовут Дмитрий Кудряшов, я работаю в компании Siemens с 2009 года. Сюда я пришел как студент на практику и был помощником руководителя проекта. И тогда мой руководитель занимался инфраструктурными проектами. Это были катки, стадионы. После того, как меня уже взяли на постоянную работу, я был инженером по пусконаладке для низковольтной техники, для электропривода. И после этого мне также удалось потрудиться как шеф-монтажник, и в том числе и монтажник, и пусконаладчик по средневольтному оборудованию. Была возможность работать руководителем, техническим руководителем проекта при строительстве гоночной трассы, трассы под Волоколамском. И после этого моя деятельность кардинально сменилась. Меня перевели, предложили воспользоваться возможностью потрудиться в области сбыта. И я стал отвечать за сервис для мощного электропривода, который потом еще дополнился механическим приводом. Это прям совсем разные вещи, да, там механики, энергетики, они между собой не дружат, не разговаривают и вообще ссорятся. А сейчас я отвечаю за дигитализацию. Это очередная смена деятельности, это смена техники. И теперь у меня еще даже есть небольшая команда, к которой я причастен. И это новая деятельность, новая для России. В общем, мировой тренд, и это здорово. Для меня интересная работа, да, это чтобы было что-то такое технологически прогрессивное, а здесь можно сказать, что Siemens лидер, и у нас есть доступ к самым современным технологиям, множеством решений, да, это как и софтовая часть, так и, собственно, аппаратное обеспечение, да, и здесь можно сказать, мы лидеры во многих областях. Это бесценно, что компания такая большая, да, и имеет бизнес в совершенно различных областях. Про баланс, work-life balance, я могу сказать, что в Siemens это сделано действительно классно. Это одна, я думаю, из компаний на рынке, которая еще до всей этой истории с пандемией имела возможность удаленной работы. И когда у нас все выключилось, да, и многие компании остановились или испытывали трудности, у нас все было здорово, у нас все работало. И, в общем-то, надо сказать, что помимо того, что мы перестали видеться в офисе каждый день, у нас, ну, в общем, мало что изменилось. И здесь очень здорово, да, что у нас есть возможность планировать свой день, свой график. Есть время, которое ты можешь, не знаю, потратить на себя там, в первой половине дня там, или, например, наоборот, вечером, да, там, сдвинув рабочие часы. Ну, это бесценно сейчас. Я очень рад, что удается работать в компании, которая является лидером рынка и лидирующей технологической компанией, а также иметь возможность работать с нашими самыми большими заказчиками, которые есть в России.